Девочки, привет! Сегодня я нахожусь в салоне, в моем любимом салоне, где я покупаю себе очки, медицинские оправы. Это Линзмастер. Я вообще безумно люблю за его консультантов и за то, что здесь просто прекрасные цены. И, как и обещал, я делаю вам видео, где я вам покажу, как же подобрать форму очков под определенные типы лица. Мы даже здесь нашли примеры, чтобы для наглядности вам продемонстрировать. Давайте начнем. На самом деле очки – это очень важный аксессуар, который придает законченность образу, он дает некую перчинку и остринку. Для того, чтобы подобрать очки по форме лица, что нам нужно сделать? Для начала мы должны определить, какой формой лица вы обладаете. Есть два способа определения формы лица. Первый. Вы подходите вплотную к зеркалу, помадой, либо маркером, который легко смывается с зеркала. Вы очерчиваете свое лицо. Дальше вы отходите и смотрите, на что же похожи эти очертания. Следующий способ – вы завязываете волосы назад, фотографируетесь без улыбки, распечатываете фотографию и проводите линии вокруг лба, вокруг подбородка и потом вокруг лица. И опять же этот рисунок покажет, какой тип лица у вас есть. Мои рекомендации, которые вы услышите дальше, они подходят как и для солнечных очков, так и для медицинской оправы. Но есть общие правила, которые касаются всех. Теперь мы давайте поговорим о том, стоит ли покупать солнцезащитные очки для зимы. Конечно же, стоит, но вы должны опять же подбирать их под весь образ и под верхнюю одежду. Будет идеально, если очки будут совпадать по цвету с вашим пальто, либо шубой, либо паркой. Если мы говорим про лето, образов у нас много, а очки, допустим, у нас одни. Здесь мы пользуемся цветотипом. Если вы холодная, то вы покупаете, как я уже говорила, холодную оправу для того, чтобы этот цвет у вас вписался абсолютно ко всем образам. Есть 7 типов форм лица. Сейчас мы о каждом типе лица поговорим отдельно и поговорим, какое же обрамление выбрать для каждого типа. Такой тип лица отличает широкий лоб, невыдающийся подбородок и пухлые щеки. Длина и ширина овала соразмеримы, словно круг провели при помощи циркуля. Обычно обладатели такого типа лица мечтают немного поубавить округлости и привнести в лицо больше геометрии. Добиться угловатого эффекта помогут очки без округляющихся элементов. Подойдут прямоугольные оправы. Или легендарные вайфайеры. При этом важно, чтобы очки не были квадратными. В ширину они должны быть значительно уже, чем в длину. Иначе вы добьетесь того же эффекта, если бы надели круглые Леннины. Еще сильнее подчеркнете щеки и подбородок. Очки оверсайз тоже не совсем ваш вариант. Они закроют большую часть лица и создадут неправильную геометрию. Вам подходят прямоугольные и трапециевидные формы, кошачий глаз, авиаторы, вайфайеры. Не подходят круглые и оверсайз оправы. Давайте посмотрим на обладателя данного типа лица. Обладателям угловатых черт лица нужно обратить внимание на модели, которые будут визуально смягчать острые скулы и сильно выдающуюся линию подбородка и широкий лоб. К таким вариантам относятся круглые и овальные оправы.
а также кошачий глаз. Они визуально округлят линии. В этом случае также показаны оверсайз модели. Не стесняйтесь выбирать самые необычные из них, вроде пятиугольника или с аппликациями, выходящимися за контур оправы. Вся геометрия будет играть лишь на пользу. Подходят кошачий глаз, круглые, овальные. Откажитесь от очков квадратной или прямоугольной формы. Они сделают ваш подбородок еще более тяжелым. Следите за тем, чтобы оправа очков полностью закрывала брови. Желательно, чтобы очки были большого размера, так как маленькие и узкие стекла просто потеряются на вашем лице. Девчонки, давайте поговорим про овальное лицо. Как раз я являюсь представителем данного типа лица. И здесь мне повезло, и, возможно, вам повезло, потому что вы можете использовать практически любые очки, от круглых до квадратных, но только с оверсайзом, конечно, нужно быть аккуратной, но я об этом расскажу позже. Я хотела вам показать, если у вас овальная форма лица, но все же есть острые части, у меня это подбородок, нос, и все равно у меня есть скулы. Поэтому при выборе своих очков я также использую смешанные формы. Вот посмотрите на них. У меня есть и округлая часть, и геометрия. Этот тип лица отличается сбалансированностью форм и пропорций. Не очень широкий лоб, высокая благородная линия скул, узкий подбородок и благодаря всему вышеперечисленному распахнутый взгляд. Такому лицу подойдут практически любые варианты формы, а вот на ширину оправы при выборе нужно будет обратить внимание. Одна должна сидеть как влитая, иначе очки будут просто с вас спадать. А круглые очки будут прибавлять женственности и мягкости. Угловатые варианты брутальности и жесткости. В любом случае, овальному лицу будут идти практически все формы. Единственная ремарка – слишком массивные, наполовину лица очки могут убить все очарование. Будьте с ними поаккуратней. Очки, которые подходят. Кошачий глаз. Круглые. Квадратные. Авиаторы, вайфайеры, не подходят, слишком крупные оправы, оверсайз. Сейчас мы будем показывать на мне. У меня овальный тип лица, мне подходит ведь практически все, да? Да, овальный тип лица подразумевает, что можно подобрать любой формы оправу, потому что модельная внешность обычно используют под любой тип оправ, поэтому вот на вас примеры яркие, допустим, это лисички, но они сложные, с уголками в нижней части, то есть вот эта модель, она очень сложно подойдет к какому-либо типу. К овальному, вот, пожалуйста, очень отлично, красиво. Да. Но здесь, получается, смешанные формы и круглые, и сразу геометрия получается красиво. Вот. И уголочки внизу, они делают это прямоугольным, лисички вытягивают вверх. Очень сложная форма, но, тем не менее, идеально подходит. А круг мне подойдет? Круг не очень, наверное. Вы подойдут? Попробуем. Нет, вам подойдет все. Девчонки, вот если честно, я ни разу не пробовала мерить круглую оправу, ни солнцезащитную, ни медицинскую, а на самом деле мне очень даже хорошо. Да, идеально. Очень здорово. Она не ярко выраженная, и поэтому, в принципе, прям я с ней очень гармонично смотрюсь. Теперь мы меряем оправу квадратную, но она все-таки мягкий у нее квадрат. Она, да, мне хорошо, но мне больше нравится вот... Конечно, там больше изыска, здесь более сдержанности, строгий, деловой, можно сказать. Да, деловой, очень здорово тоже смотрится. Главные приметы такого лица – широкий выдающийся лоб, высокие скулы и острый подбородок.
Ваша задача – сбалансировать небольшую непропорциональность, утяжелив низ лица и убрав акценты сверху. Самая идеальная форма очков для такого лица – авиаторы. Тонкая металлическая оправа и углы линз направлены от лица и будут смотреться крайне выигрышно. Подойдут вайфайеры, которые аналогично подчеркнут угловатость и при этом одновременно немного смягчат и сбалансируют форму лица. Подходят круглые и овальные очки. Кошачий глаз, авиаторы, вайфайеры. Не подходят квадратные, прямоугольные. Давайте теперь посмотрим, как подобрать правильную оправу для формы сердца лица. Мы выбираем такую оправу, которая будет делать акцент на верхней части лица и облегченный низ. То есть у нас получается уравновешивается верх с низом. Очень вам красиво. И округлая оправа можно подобрать под любой тип лица. Вот мы мерили, это тоже была округлая оправа. И посмотрите, как вот эта круглая оправа не подходит данной форме лица. Треугольное лицо практически так же, как и сердцевидное лицо, обладает одними и теми же параметрами. Единственное, что у треугольного лица будут скулы очень маленькими. Для такой формы лица характерна острая выдающаяся линия подбородка и чуть расширенный лоб. В целом она очень привлекательна, просто немногие умеют ее любить, ценить и выгодно подчеркивать. Главное правило при выборе очков для треугольного лица – отдавать предпочтение моделям с облегченным низом, то есть таким, которые будут сверху более активными. Определенно подойдут очки с вытянутыми вверх углами, типа кошачьего глаза. Попробуйте поэкспериментировать с моделями оверсайз, но только круглых форм. Слишком геометричные и с острыми углами будут старить. Подходит кошачий глаз, авиаторы, оверсайз. Не подходит квадратные. Какие оправы подходят для треугольного типа лица? Да. На что обращать внимание, расскажите. Это должна быть круглая мягкая форма с опущенными уголками. Угу. Либо можно использовать форму круга, но тоже здесь уголки получаются уголки опущены. Уголки опущены, это главное условие. Угу. И перекладинка. То есть она компенсирует, выравнивает низ и верх. Угу, ну, отлично. И самое важное, это то, что круглая форма с опущенными, уголочками. Отлично, спасибо вам большое. Удлиненная форма лица характеризуется достаточно широким и высоким лбом и длинным округлым подбородком. Иногда такую форму называют также продолговатой или вытянутой. Обладателям удлиненного лица идеально подойдут очки больших, даже огромных размеров. Большие стекла придадут лицу ширины, особенно если они закроют его центральную часть. А вот маленькие очки носить не стоит. Не носите очки без оправы или с оправой слишком узкой. Подходящая форма оправы – квадратная или круглая большая,
Чем шире, тем лучше. Цветные и яркие оправы, узоры, завитушки на дужках – все это для вас. Смело экспериментируйте. Правильно подобранные очки сделают вытянутый овал лица более нежным и пропорциональным. Сейчас мы на примере будем смотреть, какая же оправа подходит под прямоугольный тип лица. Нам поможет доктор Валентина Сергеевна и продемонстрирует на себе. Так, первое мы что мерим? Какую форму? Круглая форма. Круглая форма смягчает линии прямоугольника, делает образ более мягким, да, и завершенным. Либо вот вариант лисички. Давайте померим, посмотрим. Круглая мягким, вообще отлично. С низом. И вверх по линии брови тоже мягко. Опять же, визуально мы уходим от прямоугольника, да, и делаем, да, его более мягким. Отлично, спасибо вам большое. Такую форму лица часто сравнивают с бриллиантом. Ее отличает то, что самая широкая часть расположена по линии скул. Лоб довольно массивен, а подбородок острый и узкий. В таком случае главная задача с помощью очков добиться пропорциональности низа и верхней части. Выбирайте очки, которые сгладят линию скул и добавят веса нижней части лица. Например, авиаторы. Вайфайеры. Очки оверсайз также будут уместны, если их грамотно подобрать. За линию овала такие модели должны выступать не больше, чем на пару сантиметров, а по форме быть скорее всего вытянутыми, нежели круглыми. Подходят авиаторы, вайфайеры, оверсайз. Не подходят круглые.